Армянские военнослужащие бежали с поля боя в ходе Второй Карабахской войны. Об этом заявил профессиональный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, который после начала боевых действий отправился в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи, решив поддержать местное население. Недавно Эдуард Вартанян опубликовал видеообращение, в котором рассказывает о том, как в Джебраиле солдаты, офицеры и генералы армянской армии бежали с поля боя. Кроме того, по его словам, из направляемой в Карабах гуманитарной помощи до населения доходило только 20%, остальное разворовывалось. Пашиняна никто не предавал, он обо всем знал, заявил Эдуард Вартанян. По его данным, в Шуше воевали только добровольцы. Военнослужащих армянской армии я там не видел, оборона была не организована. Каждый, кто бежал, кто воровал, кто проявил преступную халатность, должны быть наказаны, уверен Эдуард Вартанян. Во-первых, армянской армии не было под Шуши. Были исключительно добровольцы и армия Арцах. Абсолютно была не нормализована оборона и много чего. Есть такое понятие преступная халатность. Вот Пашинян преступник, согласно этому. Я считаю, что нынешняя власть себя полностью дискредитировала в лице премьер-министра. Я думаю, это надо быть слепым, чтобы это не понимать. Особенно находясь там.